Любой житель муниципалитета может почувствовать себя настоящим волшебником, исполнив чью-то детскую мечту. Это возможно благодаря стартовавшей в муниципалитете в рамках недели доброты и щедрости акции «Подарок от Деда Мороза», организацию и проведение которой в этом году взяла на себя Общественная палата Ленинского городского округа. Смысл этой акции заключается в том, чтобы собрать подарки для детей из малообеспеченных многодетных семей, а также для детей-инвалидов. Принимаются игрушки, мягкие конструкторы, наборы для развития, канцелярские товары также приветствуются. Корзины с логотипом акции установлены во многих крупных торговых центрах города Видное. Торговый центр «Ларец», там, где детский мир, торговый центр «Курс», это между мебельным магазином и магазином «Кораблик», также магазин «Канцелярка» и «Канцэкспо», это в Красном Камне на Березовой. Сбор подарков ведется также в галерее 918 и торговом центре «Видное», где мы и побывали. К акции подключились волонтеры, среди которых активные жители, многодетные мамы и предприниматели. Будем смотреть за корзиной, наполнять ее, просвещать наших жителей. Также сами будем участвовать, обязательно туда что-нибудь возложим. Такая вот корзина добра в торговом центре дает возможность всем людям прийти в любое время. То есть мы можем прийти, посмотреть, положить то, что нам хочется, подарок, а потом это же все доставится к людям, к деткам. Приглашаю всех желающих и неравнодушных граждан ее поддержать. Приходите, приносите то, что вы можете передать малоимущим, инвалидам. Все собирайте здесь. Вот под такими плакатами будут находиться корзинки, в которые вы можете оставлять то, что вы хотите передать. Акция «Подарки от Деда Мороза» продлится до 8 декабря. Спешите делать добрые дела, ведь стать волшебником может каждый. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.